Всем привет, друзья! С вами канал Славная Семья. И сегодня будем красить наш домик. Так что оставайтесь с нами. Я знаю, что многие любят видео про переделки. Все многие любят видео про переделки, про ремонт. Так что смотрите. Сегодня я крашу домик. Женька тоже занимается делами. Он занимается в основном полом. Заливает основную стяжку. В одной комнате он уже сделал. Я попозже вам покажу. А сейчас пока оставайтесь с нами. Красить мы будем в синий цвет и в белый цвет. Так что все увидите. Ну все, я подготовилась. У меня вот такие вот латексные сине-голубенькие перчатки. Не знаю, цвет какой-нибудь волны. Так что вот такая вот белая красочка, самая недорогая, престиж, PF15. Люблю, как говорится, нюхнуть на свежем воздухе. Растворитель, если, конечно, она будет немножко густая, white spirit, наш любимый. Две кисточки, одна маленькая для глубоких мест. И одна широкая, чтобы размашисто можно было махать ей. И вот такая вот емкость, чтобы не всю банку таскать с собой, а небольшую мисочку. Как вы видите, я свистнула у мужа его рабочую одежду, так что я сегодня чуть-чуть буду на него похожа. Так что продолжим. Так вот потихонечку крашу, получится на два раза, потому что краска жидкая на второй раз. Пойдем посмотрим, как дела у Евгения. Евгений решил сменить сферу деятельности. Евгений решил сменить сферу деятельности и вместо полов начал заниматься окнами. Мы же окна заказали и дверь. Вот дверь, получается, ему в мастерскую поставим. Вот она стоит. Он уже в профиль вдел, и будет у него нормальная дверь в мастерскую. Сейчас он окно еще ставит вот здесь вот. Евгений, поздоровайся. Привет, друзья. Я сегодня молодой. Сегодня молодой. Сейчас я тебе со светом. Что ты делаешь? Еще ставим окна, двери. Маленечко мы облагораживаем сие помещение. Вот я сейчас хочу вот эти откосы снять, потому что хочу их потом обратно воткнуть. А они гипсокартоновые? Да. Ну, чтобы не маяться мне не покупать эти сэндвичи. У нас пока дочь спит. А потом сделаю еще уголки пластиковые возьму. Прилеплю так же, как у нас там на дверях, и все. Угу. И все, и будет ладушки. Огонь. Огонь. Огонь батареи. Так что вот такие вот дела у нас движутся. Thank you.
вот и все. Сегодняшняя миссия у меня закончена. Маня проснулась. Буду с ней гулять сейчас. Одним слоем покрыла. Сейчас на завтра, наверное, же надо будет еще одним слоем, потому что такая краска очень жидкая и полосами ложится. Вот все, пол залил Женька. Сильно не видно. Сохнет он сейчас. В серединке потом тоже заделает.